Если тебе все же надоело громко и уверенно пердеть, то у тебя есть возможность развить лидерские качества. Может, хватит пиздеть, что ты крутой, или что ты кусок Лизаветы Пердыщенко? Что стакан наполовину крутой, или что у тебя есть сучки, а погода молодец. Что ты хочешь измениться? Просто хочешь, чтобы тебя по... блять. А в итоге хочешь, чтобы тебя помазали по голове? Хочешь больше сделать? А по итогу просто хочешь, чтобы тебя погладили по голове и сказали: ой, не туда, Лер. Заебало моргать? Не моргай. Перегнул в конце, да? Я перегнул в конце. Я говорю, не рыгнул. А, ты рыгнул в конце? Я рыгнул в конце? Ты не рыгнул в конце. А надо было рыгнуть в конце? Что ты сможешь все, а в итоге мажешь самого себя говном, чтобы измениться. Чему и кому? Что? Что, блядь? Блядь, я не понимаю, это строчки. А-а-а. Хочешь больше? Сделай курс для моделей, актеров и тех, кто просто хотят. А меньше моргать можно. Ты делаешь, живешь, а что дальше? Вас выебет шалак. А, да, сука! Все равно делаешь какую-то хрень, почему нет? Да рискни! К сожалению, личностного роста здесь нет. Здесь вас сделают слабым и беспомощным. Помогут врать себе и другим. Убрать вашу сущность. Достанут зажимы. Спасибо. Извините. Идите на курс. Я люблю. В жопу.